и о любви. После триумфального появления штыка на кладбище, женская половина города X, естественно, ее вдовья половина, собралась в городской библиотеке вокруг вдовы Петра Алексеевича. Неизвестно, что именно рассказывала та, но при этом румяная вдова заразительно гоготала и производила разные хитрые жесты из серии, как рыбаки показывают пойманную ими накануне щуку. Штыку льстило подобное внимание, хотя его начало смущать, что у иных внешне благопристойных покойников оказывалось по две или того больше вдов. Как боюсь я вас. Командор? Я не командор, сторож я. Собирайтесь, молодые люди. Скоро кладбище открывается. Люди плакать придут. Им вас видеть никакого удовольствия.